Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадзи, мы продолжаем проходить игру Far Cry Возмещение Ущерба. Я уже снимаю 8-й выпуск. Миссия называется «Западня». Ну что, давайте начнем. Мы видим с вами, что здесь какие-то развалины, катакомбы, храмы какие-то здесь были. Вон, статуи какие-то там. И почему-то за мной ходят вот эти вот люди, которые похожи на врагов, на моих... ненавистных наемники. Ну и тут какая-то девчонка. А, да, я ее помню, это Вэл. С первой части Far Cry. Так, задание необходимо: отбить все атаки противника и остаться в живых. Какое-то интересное такое задание. Ну что, давайте начнем. Так, они будут типа помогать, да? Эй, ты куда идешь? Так, короче, убиваем. Один уже сдох. Вот он, лох. Вроде всех убили, да? Их осталось двое. Так, похоже, что они еще сюда будут прилетать. Да. А там что такое, лестница вот какая-то? Давайте-ка посмотрим. Что это такое? Это похоже на утку резиновую. Все ясно, это пасхалка. Да. Вот тут можно спуститься. Пониже. Ну что-то я не хочу спускаться. Лучше здесь, а то меня там быстро прикончит. Давайте лучше будем тут прятаться. Своих не убиваем. Ну где вы? Давайте летите сюда. О, неужели? Они летят сюда. О, тут можно спрятаться. Давайте-ка я вот спрячусь. И будем тут сидеть и ждать этих наемников. Череп, кстати, смотрите. Ну, давайте быстрее летите ко мне. Чё ты за мной ходишь? Ушел отсюда, быстро. Ушел, сказал. Только попробуй сдохни. Сколько вертолетов здесь, а? Вот это да. Так вот, мы только что убили этого пулеметчика. Осталось убить этих наемников. Да отойди ты, не буду я тебя сосать. Ты сдохнешь или нет, наемник? Так, убиваем оставшихся. О, черт, сколько у меня жизни-то, а? Главное не продуть еще.
Ух ты, новое оружие. Это получше, кстати. Берем патроны. Блин! Быстрее прячься туда. Давай, давай, давай. Или мне капец просто будет. Опять вот пулеметчик. Убиваем. Сколько тут вообще, а? Так, убиваем этих наемников. Вот они садятся сюда опять. Так, я походу его только ранил. Так, он бежит сюда. Давай, давай, беги сюда. Так, там вроде всех убили. Вот это да. Вот это задание вообще. Ты там сдохнешь или нет, эй? Да ладно, умер. Так, всех опять убили здесь. Наверное. Давайте-ка сейчас я посмотрю. Откуда стреляли-то? Это ты, говнюк? Да, тут нужно быть внимательным еще. Так, не понял. Осталось одна Вэл. И я. Выживу я все-таки или нет, а? Опять они прилетают. Да. Вот это жестко. Давай только не умри, тварь. Только попробуй меня сдохни. Вот прячется как, а? Сейчас мы вас... сделаем. Ну вот, опять мы всех убили. Наверное, они так... Они, наверное, все еще будут прилетать сюда, по-любому. Так, короче, берем... Нифига себе, сколько брони. Давайте-ка пособираем. О, все патроны. Я подобрал. Вот у меня еще одно запасное оружие. Ждем еще на атаку противников. Все, мы еще остались с Вэл. Ждем остальных. Давай, я хочу тебя взорвать. Есть. Так. Убиваем всех так же.
Интересно, сколько раз они еще сюда будут прилетать? Да. Наверное, много. А может быть, мы еще должны... я все понял. Тут как бы еще зависит от оружия. Ясно. Опять они? Ну, как всегда, убиваем этого самого начала пулеметчика. И ждем остальных наемников. Да у них уже броня. Они все сильнее и сильнее. Да. Это так. Что это такое? У них уже винтовки? Вот это да. Блин. Вот они, твари. А давайте-ка я тоже возьму винтовку. Где вы там? Давайте. Короче, там пока Вэл всех убьет. На тебе в голову, снайпер. Вот еще. И сколько можно сюда прилетать-то, а? Вы не офигели, а? Твари. Сколько еще сюда можно прилетать? Они меня по-любому скоро уже убьют. Достали. Ну что, давайте еще раз. Потерпим. Так, опять убиваем этого пулеметчика. Как всегда. Нифига себе, у них какие оружия уже. Пошли, вы посмотрите. Это РПГ, офигеть. Все труднее и труднее. Вот это да. О май гад. А где остальные, не понял? Это все, что ли? Это еще не все. Нет, что-то их мало было все равно. Да. Ну что, наверное, опять буду сюда прилетать. Ждем их. Столько здесь аптечек, это
Я просто такой первый раз вижу. Впервые в Far Cry. Такое какое-то непонятное задание, миссия. Это часть. Ну, еще раз. Ждем их. Может быть, это вообще будет бесконечно длиться. Кто знает. Ждем, короче. Еще раз. Да, вот опять они. Скелеты, нифига! Вот это да! Круто! Опять все скелеты. Давайте прямо в голову сейчас, вот прям в голову. Убиваем скелетов. Вот это да вообще. Может быть, это конец? Может быть, они больше не будут прилетать? Надеюсь. Да, они опять сюда прилетают. К сожалению. О, нет! Чёрт! Блин! Только не это, пожалуйста! Сколько здесь вертолетов, а? Вот это да! Опять скелеты? О, достали вы меня уже. Уже вот какие скелеты бегают. У них уже какая-то другая экипировка. Чуть не сдох, чуть не сдох. Короче, все у них берем. Есть! Огонь! Неужели все? Получайте. Вперед, живее! Ракеты пошли. Еще разок.
Это что, конец? Ну да, походу на то. Ну вот, дорогие друзья, я вам только что прошел уже мою 8-ю игру на канале под названием Far Cry Возмещение Ущерба. Надеюсь, вам понравилось такое прохождение. Опять я заснял еще один мод. Это уже по счету 3-й мод Far Cry 1. Ну вот, всем удачи, всем пока.